Красном углу Денис Бальшин. Сахалинская область, город Невельск. Мастер спорта. В синем углу Дмитрий Бадмаев. Республика Бурятия, город Улан-Удэ. В красном углу готовится для продолжения боя Денис Пашин, Сахалинская область, город Невельск. Ему 21 год, представляет спортивное общество и юность России. Боксом занимается 7 лет, мастер спорта России. 125 боев провел в ринге, 116 победил. Провел 3 международных встречи, 3 победил. Является победителем всероссийского турнира класса А. Тренируется под руководством тренера Виктора Денисова. Денис Пальшин. Thank you.
Победу ввиду явного преимущества одержал боксер красного угла Денис Пашин. Сахалинская область, город Невельск. Третий бой судят. Рефери.